Добрый день, у нас сегодня коврик Эва, риф 360 МД, крыло чайки, пластиковый интерцептор, вес коврика 2,35, по высоте 87,5 сантиметра, так, по ширине в районе 17,5. Сейчас застелим, посмотрим. Так, застелили коврик Эва в лодку Риф 360 МДМД, килевая, крыло чайки. Значит, коврик отлично лег, коврик из сот, хорошее качество, заходит под баллоны. Здесь у нас идет строчка, он из двух кусков, все надежно, прочно будет, будет защищать дно. Удобно чистить.